А вот молодежная команда «Стальные лисы» начала свою выездную серию неудачно. В Ярославле магнитогорцы встретились с усиленным составом «Локо-76» и потерпели крупное поражение. Обо всем по порядку в нашем обзоре. В Ярославле две команды МХЛ. Одна из них выступает в серебряном дивизионе Востока, другая – один из неизменных лидеров Запада и неоднократный чемпион лиги. По регламенту «Локо» имеет право ежедневно командировать игроков в младшую команду. В очередной раз это произошло перед матчем «Локо-76» с «Лисами», и именно те нападающие, что усилили хозяев накануне игры, сделали результат. В стартовом периоде, уступив по броскам 7-15, ярославцы забили дважды. Гости не использовали 4 попытки реализовать численный перевес, в том числе почти минуту в расстановке 5-3, а вот соперник воплотил в гол свое единственное большинство. Ко второму перерыву «Лисы» перебросали хозяев 24-13, но «Локо-76» снова не пропустил, а напротив увеличил разрыв до 3 шайб. В дебюте заключительного отрезка волжане забили 4-й гол, и лишь после этого, всего через 8 секунд, Никита Полтавчук сумел пробить голкипера ярославцев. Но последнее слово осталось за соперником – 5-1. Следующий матч магнитогорцы проведут в Новомосковске против команды АКМ 15 октября. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.